Итак, друзья, всем привет! Сегодня 6 февраля 2022 года. Друзья, продолжаем масштабный эксперимент. В общем, до этого я показывал два видеоролика, как пришло к нам потепление, как пчелы у меня возбудились в зимовниках, стали активные, многие мне писали, все, погнали расплод, все, труба, дело. Ну что ж, сейчас, ребята, посмотрим. Я нахожусь в своем регионе, и у нас сейчас как бы... О расплодии идти пока речи не должно быть. Нельзя создавать те условия для наших пчел, чтобы они погнали расплод. Я быстренько сориентировался. Я просто в зимовниках своих открыл полностью двери. Тем самым охладил я свои зимовники. Выставлять на точок их сейчас рано. У нас на Урале еще зимовка продолжается. И сейчас еще обещают температуру ниже 20 градусов. Это в феврале. Такая же температура может и быть у нас на Урале в марте месяце. Что не есть того, чтобы мои пчелы вошли в активное состояние и продолжали активничать, естественно, будет повышение температуры в гнезде, откладывание яиц маткой, пойдет расплод, поедание кормов, то ни о каком расплоде я не хочу сейчас вести и речи. Есть ли он там, нет его там. Сейчас посмотрим, в каком состоянии мои пчелосемьи в зимовниках. И потом еще сходим на точок, посмотрим, как на точке зимуют мои пчелосемьи. И еще хотел бы добавить о расплоде, что они гонят расплод. Я хочу сказать одно, ребята. Если кто-то вот, все это пройденный мой этап, я знаю все и как. Если я не сделал бы сейчас вот этих всех действий от сужания своих пчелосемьи в зимовниках, открытием дверей, а ориентировался бы по температуре в зимовнике. Это не есть хорошо в моем случае. Если там будет плюс 4, плюс 6, пчелы будут продолжать активничать. Сейчас, неоднократно уже говорил, я должен создать такую температуру, чтобы пчелы мои ужались и не думали ни о каком расплоде, чтобы его гнать раньше времени. И еще хотел бы добавить, кто если зимует по-своему, там закрывает плотный верх, это мне писали уже в комментариях, с повышенным содержанием углекислого газа в пчелосемьях. Пчела как бы спит, она тем самым зимует. Пусть так пишут, пусть так пишут. Все это пройденный этап на моей пасеке. Они пусть вот так вот спят пчелы, да? До того они доспят, что они потом после выставки, когда достаешь эти семьи из зимовников, ставишь, они еле-еле облетываются, вылазят из ульев, падают под улей. У них кишечники... переполнены так, как в ульях при такой зимовке. Очень много влаги в улье. Они поедают влажные корма. Много подмора, плесени. Нет уж, если кто хочет зимовать с углекислым газом, зимуйте, это мой пройденный этап. Я так зимовать не буду. И если бы вот так вот у меня сейчас зимовали семьи, естественно, они бы погнали расплод. И это можно увидеть на YouTube-каналах. Есть, выкладывают пчеловоды. С закрытым верхом, с пленкой. В январе уже ложили канди. О, говорят, южная пчела, вон какая активная, поедает хорошо канди. Так сам спровоцировал пчеловод, что они вошли в активное состояние, поедает канди, кушают его. Ну, не знаю, что было бы, если бы я положил канди. И вот при такой вот зимовке с углекислым газом, что бы произошло с моими пчелами? Зимовка у нас еще вот целый месяц февраля, марта, и только в лучшем случае они облетываются в апреле месяце. Я знаю, что это будет. Проверенный этап. Мои пчелы изнашиваются на этом расплоде, поедает много корма и т.д. и т.п. Выходят из зимовки вялые и тихо потом развиваются. Да, они разовьются главному медосбору, но я потеряю весенний медосбор. Все, ребята, давайте, поехали. Дальше идем в зимовники, смотрим, что произошло в моих зимовниках. Там стояло плюс 5, плюс 6 где-то. А что сейчас, какая температура и как сейчас находятся у меня клубы? Продолжается ли у них зимовка и как они находятся, мои пчелы? Все, давайте и посмотрим. Так, вторую семью посмотрим. То же самое. Она вот в клубе. Кормовые запасы видим. Пчелы все равно ужались. Но, конечно, сейчас было потепление.
Пчела, естественно, вот она как бы активничает. И здесь плюс 35. Да, возможно, где-то в центре у них пятачок расплода может быть и есть, но это не критично. Пчела-то не разбрелась по всем улочкам полностью, вот до задней стенки не дошла, не распалась. А клуб все равно у них сохраняется. И это продолжается у них зимовка. Ну что ж, вот клуб, этот вообще спокойно сидит, тоже кормовые запасы есть, видим. Ну, пчела в клубе. Конечно, температура здесь еще понизится, потому что обещает похолодание, и пчела будет в дальнейшем ужиматься. Здесь я открывать, ребята, не буду, видите, пчеле еще жарковато, это сильнейшая у меня семья. Вот, направил свет, и они завозбуждались. Ну, хотел бы сказать, ничего страшного. Кормовые запасы, знаю, у них есть. Поднимать положок не буду. По идее, я немножко как бы их вот так вот. А вот так мы их откроем. Пусть они вот таким образом и посидят у меня. Это уж точно ужмутся они потом. В дальнейшем когда-нибудь я вам покажу, что произойдет с этой семьей, будут ли нет здесь у нас пчелы у задней стенки. И посмотрим, есть ли там кормовые запасы. А то, что вот эта семья, она возбуждается при открытии, я вам сейчас не скрываю, все это показываю. Вот поэтому, ребята, в зимний период, во второй половине зимовки, да, нужно заходить в зимовники, нужно смотреть температуру, но при желании не лезть, конечно, не открывать положки. Но в моем случае я вам показываю, для меня это не так и опасно, что я вам открыл, семью показал. Я знаю, что эта семья успокоится. В прошлом видео, последнем, я тоже показывал, как вот эти вот две пчелосемьи у меня возбудились после открытия. Но, тем не менее, сейчас я пришел в зимовник, пчелосемьи сидели спокойно. Они успокаиваются, и у них опять образуется клуб. Все, с зимовником номер один я заканчиваю. Идем в зимовник номер два. По обогревателю здесь все отключено. Все вот эти вот шнуры у меня. Сейчас обогрев в маленьком этом зимовнике мне совсем не нужен. И фактически в эту зимовку обогрев фактически особо и не срабатывал, потому что зима была не такая уж и холодная. Может быть, дня 3 было где-нибудь 30 там с небольшим минуса. И все. Но 40 градусов в этом году пока что не было. И думаю, что уже не будет. Ну вот, основной у меня зимовник, самый большой. Ну, здесь более 100 семей. Он был открыт больше наполовины. Давайте посмотрим температуру. Вот, ребята, самая та оптимальная температура. Минус 1 градус. Влажность 35%. Ну, это, наверное, потому влажности здесь особо нет. Двери-то открытые были у меня. Ну, в принципе, давайте посмотрим. Вот здесь тоже мощнейшая у меня пчелосемья. Ну, вот видите, задние стенки вот так вот. Им жарковато, это четвертый ярус. Вот так вот я и оставлю. Потому что тут всего лишь вот первая ночь была холодная. Сейчас еще пару ночей, и пчелы ужмутся. Утепление здесь ложить я не буду. Пусть они остаются, мои пчелки, в таком состоянии. Здесь вот тоже четвертый ярус. Ну, клуб, да, он еще рыхлый. Толком не ужался. В четвертом ярусе еще тепло. Ну, поэтому вот всего лишь сутки прошли. Не сутки, ночь вот такая была вот. Минус 11.
Ну вот, пчела семья. Очертания клуба виднеются. Кормовые запасы тоже виднеются. Все прекрасно, все хорошо. Семья перспективная. Средненькая такая. Те вообще были мощные, которые сейчас вот показывал. Ну, в общем, ребята, я тревожить пчел не буду. Вкратце показал. Вот, в 4 яруса они находятся у меня в этом зимовнике. Все, дверь я оставляю также открытым. И пусть наши пчелы продолжают зимовать. Ну что ж, здесь вообще открытые тоже вот так вот двери полностью. Здесь больше были открыты двери. Здесь зимовник у меня в 3 яруса находится, пчелосемьи. Тоже более 100 пчелосемей здесь. Ну вот, ребята, минус 2 градуса. Неплохая температура в зимовнике. Влажность 60. Ну, на влажность особо я внимания не обращаю. Ну, давайте посмотрим, как находится у нас пчелосемьи. Ну вот, до задней стенки видим, там кормовые запасы есть. Пчелы как бы все равно такие вот в рыхлом состоянии. Напоминаю еще, просто одна была первая вот эта ночь с небольшим похолоданием. Пчелы еще не успели отстыть. Это мы будем смотреть через пару дней после прихода морозов. Ну вот здесь все хорошо. Кормовые запасы мы там можем наблюдать. Они есть. Пчела зимует. И зимует она прекрасно. То же самое. Клуб сформирован, он есть. Да, пчела поднялась кверху. Выше она стала, естественно. Вторая половина зимовки. Но пчелы зимуют. Тем не менее, все хорошо у них. Насчет кормов проблем нет. Да, вот можем наблюдать, но до конца еще не дошли пчелы. Корма есть. Рыхлые, да, клубы. А что еще надо? Было такое потепление у нас на Урале. Тем не менее, пчелы зимуют. Лучшего варианта зимовки я пока что не вижу. Да, был такой, ребята, комментарий, кто-то писал мне. Ну, если так пчелы хорошо зимуют у вас на воле, зачем таскать зимовник? Ребята, в зимовнике им все-таки суши. Влажности меньше, меньше всякой изморози. Вот видите, пчела вот реагирует на камеру, на свет. Это нормальное явление, что сейчас пчелы вот так вот реагируют. Вторая половина зимовки. Все, очертания клуба есть. При потеплении, естественно, более рыхлый клуб стал. Все. И тем более вторая половина зимовки. Тем более повышает они уже температуру в центре гнезда. Возможно, начало черления матки. Возможно. Ну все, ребята, по зимовникам все. Сейчас сходим, посмотрим на точке, как находятся у нас пчелы, как зимуют. Начнем с ульев ППУ. Ульи Беннингхаусы. В прошедших видео я показывал, что я в том дальнем улье все-таки в потеплении открыл крышку и положил пленку. Пленку положил для того сейчас, чтобы нам смотреть пчел, не тревожить их, а просто посмотреть, как находится клуб, показать вам. В прошлом видео я откопал у передней, у задней стенки снег, лед,
Вода, которая выходила из улья, здесь все намерзало. Лед пока что присутствует, еще не оттаяло. Но там внизу сетка, ничего страшного. Здесь, видим, погуляли синицы, видимо, они чувствуют пчелок, либо тут набивались в летки, стучали. Здесь можно наблюдать то же самое, но леток все-таки оттаял с этой стороны. Птицы все-таки, синицы выманивали пчел. Здесь я вижу останки от пчел. Синицы все-таки клевали, питались пчелками. И вот такой минус сейчас. Вот синицы выманивают наших пчел. Но плюс в том, что, ребята, вот это вот находится у меня здесь внизу, под главным корпусом, где находятся пчелы, это пустой магазин. Пустой магазин. И пчела, она все равно выше там находится. Так, лед, сосульки мы вот можем наблюдать. Это все присутствует. Да, все здесь, вот синицы все исходили, все прямо вот туда у них проход. Вот что делать? Вот снова засыпать, что ли, снегом? Я уж не знаю. Вот крылышки я вижу. Наверное, они через сетку там бьют, теребят подборчик. С этой стороны тоже все исходили. Ходы сделали к пчелам туда, к подбору. Ну, не знаю, ребята, пишите свои комментарии, что делать. Синицы, они, ну, тревожат, скажем так. Ну, давайте посмотрим. Сейчас я открою крышки, через пленочку посмотрим наши клубы. Вот так находится клуб. Как-то смотрите, ребята, по центру он. Видите, тут передняя стенка. Тут, здесь, вот, влага имеется. Влага имеется. Вот такой шикарнейший клуб. Вода, влага есть, никуда от нее не деться. Там внизу наблюдается подмор, он есть. По подмору потом будем смотреть, сколько его будет. Это позднее уже будет. Что там у нас внизу? Ну вот там большая в левом углу сосулька. Если вот, ребята, смотрите, если у кого улья без сетки и плотный верх, вот эта вся вода, она вся остается в улье. И вот эта вот влага, она впитывается в мед, если мед не печатный где-то, перга, если тоже эта вся влага впитывается. Так что решайте сами, ребята, как вам зимовать, с какой вентиляцией. А я показываю свою зимовку. Ну вот, поближе показываю пчелок. В отличном состоянии. Пчела спокойнейшая. Бакфаст. Ну, один в один, скажем так. Клуб также сидит вот по центру. По центру. Влага присутствует, вот. Влага присутствует. Заставная доска. Все, это вот при потеплении, изморозь, если что-то где-то, влага вот эта, она вся уходит. В прошлый раз я показывал, там лед вообще у меня виден был на стыке корпуса нижнего с верхним. Но сейчас, по-моему, лед в потеплении осыпался, он там внизу находится. Какой-то подмор имеется там. Это естественное явление. Ну вот, пчела, ну, спокойная, не взлетает ничего. Пчела бакфаст. Матки прошлого года, все молодые у меня тут помененные. Добрейшая пчела. Ну, сосульки, они еще есть, имеются. Мы их можем наблюдать. Вот это и есть вот то, что дно, плотный верх. Вся влага вытекает через эту сетку. Сейчас еще хотел бы ответить на такой комментарий. Как-то я
буквально ролика 3 назад выкладывал видео сравнение пород на моей пасеке. Которые породы пчел я держал, делал сравнение по зимостойкости, по работе на мед, по роению. Все рассказал, все, что вот, ну вот я вижу в пчеле, я работал, я все это указал, показал. Но все равно получился такой комментарий. Мне написали: пчела бакфаст воровитая. Внимание! Если кто-то смотрит мой канал с осени, ну вот заставка у меня, я выставляю, какая у меня пасека. Ну, 300 семей. 300. Здесь находятся пчелы бакфаст, карника. Основная масса бакфаст сейчас. И если бы эта пчела была воровитая, то я бы на своей пасеке поздней осенью наблюдал разграбленные семьи. Все семьи у меня ушли в зиму со своими кормами. Все семьи были в прекрасном состоянии, ни одна семья не была разграблена. Такое бывает на пасеке, разграбление пчелосемей. Бывает. Но это опять же вот вина пчеловода, и он эту вину не хочет признавать, этот пчеловод. Он скажет: нет, это виновата пчела бакфаста. И тем более еще может сказать, где-то узная, что в соседях имеется пчеловод с пчелами бакфаст, скажет: это его пчелы прилетели, разграбили мою пасеку. Это полный бред и ерунда, ребята. Я вам точно скажу. Потому что были моменты, которые пчеловоды находились, допустим, через дорогу. У одного были бакфаст с карникой, у другого местная, среднерусская. И не прекрасно пчелы существовали, жили. Пчеловоды работали, и проблем никаких не было у них. Просто это были нормальные пчеловоды, и они все вот эти нюансы понимали в своих пчелах. Почему виноват пчеловод? Сейчас я еще добавлю то, что когда у нас, ребята, безвзяточный период, пчеловоды начинают открывать тюлей полностью, достают там порамочно, ставят рамки куда-то с пчелой. Забывает о том, что безвзяточный период, пчела летает, тепло, она ищет взяток, нет цветов. Если она видит рамочка открытая, открытый улей, и там есть мед, и как бы этот мед не взять? Да любая пчела возьмет, хоть она будет и среднерусская, карпатка, карника, если будут стоять бесхозные какие-то рамочки. Это все вина пчеловода. Да, бывает такое, что на пасеке пчеловод поработал с пчелами, придавил матку или по какой-то причине погибла эта матка. Пчелосемья осталась без матки. Такие безматочные семьи порой бывают, что и могут разграбить с соседних ульев пчелы, типа с соседней пасеки у какого-то пчеловода прилетят, разграбят это. Это бывает такое. Ну, как правило, семья тут не веет. И остается мед. Да, что-то такое бывает. Но я считаю, это все вина пчеловода. Либо там ульи какие-то с дырами, либо еще что-то. Но если делать все правильно, ну вот я же могу судить по своей пасеке. У меня большая пасека, не 5-10 семей. И я знаю, как уже с пчелой работать. Опыт у меня уже есть. Ошибки были. Также работал безвзяточный период, и у меня разграблялись одна-две семьи, может по пасеке быть такое. Было такое, это моя вина. Но когда стал делать все правильно, этого не стало. Так что я думаю, ответил на вопрос того товарища по воровитости этой пчелы. Ладно, давайте посмотрим еще пару ульев зимующих. В дереве улья Хрута. Посмотрим, как там пчела. Ну что ж, вентиляция, ребята, у меня через верх. Крышка приподнята. Итак, небольшой нюанс. Было потепление, изморозь я убирал. Здесь все сухо, все прекрасно. Здесь вот чуть-чуть изморозь есть. Тут тоже вот осталось. Утепление сухое. Пчел мы здесь пока не видим, кормовые запасы наблюдаются. А вот и наши пчелы. Фактически во всех улочках пчелосемья сильная, пчелы в спокойном состоянии. Все, семья зимует прекрасно.
Все так же оставляю. Такая у вас щель у нас, вентиляция. Здесь тоже крышка приподнята. Здесь тоже все сухо, все прекрасно. Все сделано. Вот здесь немножко изморозь есть. Здесь пчелу с краю мы не видим. А вот и пчелки наши. Кормовые запасы есть. С кормами у них все прекрасно, все хорошо. Никакого поноса здесь нет и быть не должно. Пчела зимует. Пчелы в клубе. Вот предпоследние улочки. Тут пчела зимует. Ну что ж, воронье, разлетались. Не дождетесь. Ну все, я закрываю. Все так же оставляю. Ну все, вентиляция сделана. Все прекрасно. Щель есть. Никакого туда снега не задувает. Сквозняка нет. Здесь то же самое. Все хорошо, все прекрасно. Много раз мне приходилось рассказывать, объяснять о вентиляции через верх. Результат, ребята, покажем весной, как наши пчелы облетятся, как перезимуют. Хотя это все есть уже у меня на канале, все это можно посмотреть за прошлые годы, как проходит зимовка вот так вот на воле с открытым верхом. Фактически вот, леток через верх, вылетают пчелы и облетывайся. Но они сидят, так как погода не позволяет. Ну что ж, друзья, зимовка у меня, пчелосемей на моей пасеке, продолжается. Все с ними хорошо, все прекрасно. Показал, как зимует на воле. Все семьи живы, здоровы. Ну а по зимовникам, видите, сами температура у них избавилась в зимовниках, так как я ее понизил. И неоднократно говорил, понижайте температуру во второй половине зимовки. Немножко вот не углядел, допустим, я. Вовремя не открыл, не приоткрыл пошире двери. Пришло потепление, поднялась температура. Все, пчелы разбежались по всем улочкам. Ну, все не все, но клубы разрыслись. Ну вот, пришло похолодание, двери открытые полностью фактически днем и ночью. Все, пчела стала ужиматься. И она будет прекрасно дальше продолжать зимовать. Это, ребята, проверено у меня на пасеке годами. Вот такая зимовка, самая наилучшая, что я подобрал по своему региону, по продолжительности зимовки в моей местности. Потому что, ну, 6 месяцев фактически пчелы без облета. Ну, а так, ребята, никому ничего доказывать не буду. Выбирайте свой метод, какой вам подходит зимовки пчел. Потому что мы все находимся в разных регионах. У каждого облет пчел бывает по-разному. И мы, пчеловоды, находим тот самый лучший способ, который подходит для нашей пасеки и для своей местности. Ну а так, друзья, кто досмотрел мое видео до конца, не забываем поставить лайк, поддержите мой канал, мне это будет приятно, а вам это не сложно. Не забываем, кто не подписался, подписаться и нажать внизу на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи! Пока-пока!